ряд вопросов по поводу выражения «Святая Русь». Кто сказал, когда сказал, зачем, почему, кому? Когда Русь святая была по времени? Какие территории назывались в то время? Именно Русь обозначали? Если можно, как можно подробнее. Все, что вы знаете. Вам что непонятно? Почему она святая? Кто сказал первоначально, какую территорию имел в виду? Хорошо. Обозначали, хорошо. Святая, именно вот отделенная от каких-то других государств, или кто имел в виду святая? Вас одного это интересует или всех? Да это всех интересует. Мы тогда я сейчас тут заброшу, вот это, во свете Библии идет. У нас ролик стоит такой. У меня стихотворение написано, и сделали как кино. Вот вы увидите. Ответ уже дан. Только надо вам посмотреть будет. Хорошо. Прямо сейчас сразу, если я вопросов нет, я сейчас скину в течение там 5 минут. Да. Потому что Николай Астахов скидывал ролик какой-то там свой. Ну, там два человека выступают, которые и бороды стригут, и все, и верить им как бы... У них цель какая-то была подозрительная, говоря об этих... на эту тему. И поэтому хочется как можно подробнее. Ну, я тогда заброшу сразу два. День Победы. Вот сейчас Победа будет. И у меня стихотворение написано, положено на музыку. Поются в интернете. Положено на религиозный вид. Те же самые, мотив тот же самый. О победе речь идет, но о победе Христа. И показаны кадры победы над немцами. Вот так. Да, но, будьте добры. Раз ничего нет, то все тогда. Я сейчас скину вам, здесь посмотрите. Отошел.